Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Ну что, все уже начинает прорастать. Уже проклюнулись мои первые томатики. Уже даже на некоторых начали появляться настоящие листочки. Скоро я их буду пикировать. Я хочу вам похвалиться. В этом сезоне у меня пока не было ни одного томатика с шапочкой. Все томатики зашли без шапочек. Я, если честно, сама удивлена. Ну, еще 30 сортов у меня не взошло. Сеяла я их неделю назад, в субботу. А это у меня мои перчики, которые я пикировала тоже. Пикировала неделю назад. Уже начали давать по второй паре листа. Завтра я их буду подкармливать таким препаратом, как монокалифосфат с... Дозировка 1 грамм на 3 литра воды. Ой, сейчас я вам хотела показать. Смотрите, корневая подкормка. Здесь вот указано, вот у меня монокалифосфат. Здесь вот указано, корневая подкормка. 2-3 листья через 10-15 дней после пикировки. Ну, у меня прошла неделя. Уже третий, четвертый лист уже показался, поэтому завтра уже могу я их, в принципе, подкормить. Но в небольшой дозировке. Вот так вот у меня выглядит перчик. Почему-то один сорт перчика, у него листья желтые. Ну, до этого тоже был, вот он еще этот же сорт. У него тоже вот листья более светлые, чем у остальных. Ну, будем надеяться, после того, как я их начну подкармливать, все нормализуется и устаканится. Вот так вот выглядят мои растюшки на сегодняшний момент. А сегодня у нас 3 марта.